Мы, в общем, решили все вместе, что, в общем, вы молодцы в плане сафари. Администрация зоопарка. Нормально так, нормально, знаете. Можно было еще люки, как Ксения предложила, как там завуалировать, спрятать, сделать типа камней что-то. Ну, может, у вас-то в планах и есть, нам не понять. Ну, в общем, молодцы, ладно. Молодцы. Да, шутки шутками, нет, ну, правда, нормально пойдет. Ну, мы надеемся, то, что вот эта вот стройка была, что это туда будет перемещаться, зверушки, и это будет здорово. Друзья, деревянный Стоунхендж. Или как он правильно? Стоунхендж? Что-то такое, короче. Короче, что-то такое. Прикольно. И мост в виде бунгало. Бунгало, бунгало. Ну, прикольно сделано. Очень прикольно. Да, кстати, вот, вон они, да, страусы затарились. Страусята. Вот, да что затарились, вот он. Салам. Опасный типчик. Дядька, ты только камеру не схватил. Он может очень сильно сахнуть. Ксения Константиновна, не надо. Я поэтому... Да. Ты это, не целься, да, брат? Ты такой прикольный. Нафиг, сейчас еще как. Не, ребят, вот к концу сюда мы зашли к зоо, к зоопарку, да, до конца практически. Настроение поднялось. Это очень хорошо, очень круто. Сделали он красиво. Ну, отколупывается, знаешь, это атмосферно смотрится. Если бы это было каким-нибудь пластиком сделано, уже было бы не то ощущение. Вот он, деревянный Стоунхендж. Нет, тут вот вообще обалденно. Друзья, не забываем, подписываемся на канал Большой Иди, ставим лайки. Нажимаем колокольчик. Ну ладно, нажимаем колокольчик. И пишем свои комментарии. Так, а сейчас мы подходим... Фазанарий, господи. Есть ли, интересно, такое слово-то, а? Фазанарий. Тут у нас фазаны. Что логично. Синий ушастый фазан. Красоптилон ауритум. А ты красавчик, брат. Ауритум. А тебя сверху накакал кто-то. Твой... Это деньгал. А это сказал, это я? Подтянулся. Скажи еще раз. Зеленый фазан. Как? А этот что-то затерялся. Зеленый фазанчик. Красивый, смотри. Природа, это супер, а. Ага. Вот. Королев. Ох ты какой, ты прям азм есть, ну царь. Написано псоп, я читаю мопс. Серматикус. Ревесу, Ревеси. Красавец. Размножайся давай, чтобы тебя побольше если было. Самки что-то... Они все, главное, разные самцы такие, а самки у них одинаковые. Да. Что там, что там, что там. Лимонный фазан. Курообразный. Крусолопус пиктус. Это что это? Фазан это? Фазана? Фазана.
это... Тоже фазан? И все главное одинаково. Красавец. Тайваньский фазан, свайна, лапкура, свинхой. Во как поскакал, ой, красавец. Золотой фазан опять у нас, да? Ой, ты красавец. Он на пасковый похож. Такие цвета чистые. Он, вот эти вот в Китае есть? Не одеяние это. С каком? Современный фазан. Местный. Толстый. Это местный, брат? Толстый. Это же местный моющий. Прикольный фазанин. Фазанья. Фазаны. Хорошо тут. Природа, зверушки. Вообще супер. Голова загрузилась. О, кенгуру. Он даже вышел для нас. Кенгуру Бенетта. Макропус руфогрисус. Эй, боксер сумчатый. Сейчас так дум-дум выходит мама, да? Ух, нифига себе, слушай. Точно бушевал. И притом не один раз. Это зубр, да, у нас? Ну, бизон это, да? Разряд бизонов, бизон, банасус. Банасус, а что это? Дебоширим. Жизнь моя здесь, мол. Чего? Спасибо. 8-9. Да ну, сейчас как разгонится, как втопит. Да он везде, со всех сторон у него уже. А это у нас по-любому эму. Ну, страусы, эму, да. Это же страусы. Ну, эму, но они же... Отряд, семейство эму, а свое семейство это... Стрёмный какой, господи. Вот этот клюквый, он мне напоминает маски в этом. Подряд. В средние века чума была, вот маски, напомню, ей-богу, дряшка. Да какой-то, прикольный. Он какой-то динозавр. Он смахивает на динозавра, но это птеродактиль, не помню. Он так интересно, да? Прикольный вы, прикольный, красавцы. Что, любовь с морковь там, с сетку играете? Да, вот это, смотри, они грациозные такие самочки. Парнишка. И прическа у них нормальная. Она даже ходит по-другому. Аккуратно. Да, посмотри, как она вот. Так прикольно. Чуть ли не ползет по клетке. Братан, Ника, здорово, что там? Это кто сейчас сделал? Не говори, что это ты. Не говори, да, из какого это места было. Может быть. Ну, идем через лес, в общем. Через импровизированный лес. Так сказать. Мужчина. Вот, друзья. Мужчина. Вы же, ребята, вы серьезно? Тут есть чайки? Не, тот не чайка, тот утка. А вот эта чайка. Дай. А, прилетит. Кстати, могла. Тут же озеро. А, ну да, как она попала, точно. Прикольные. Мандаринки.
Каролинки, мандаринки. Они еще летают, а как? Поэтому у них вон вообще конкретно все закрыто. Прикольно. Каролинка, вот эта зеленая мандаринка. Красная. Это... А нет, с красным это... Красный нырк. Нырок. А где мандаринка, я чуть не вижу. Они вот там есть. Пума. Прям Леша и Кристина. Надо написать им, мы вас видели. Ой, красавцы, а. Кошечки. Кто-то такие. О. О. Серва. Вот грация, а? Имею право. Что он там застоял? Вот, вот он, Лёва. Запрещает. Чего? Запрещает. А, ну да. Запрещает. Да. Давайте нельзя. Поближе снимем это. Лёва, у тебя вся жизнь в глазах. Это у нас то бурый медвежка, смотри, да? Смотри, сколько это. Бедняга, вот так вот весь день по кругу ты нам наяриваешь. Мишка, Мишка, ты хороший, но он хочет что-нибудь. Ну, либо руку с морковкой. Да. Ой, ты какой. Тоже бурые, да? Да, они все бурые. Три Винни-Пуха. Все, пойдем-ка дальше. Хоть красоту твою увидеть. Ой, красавец.